spot like the water hits me. Red it extra cold to shake the words from my mouth. Though I know that no one's listening, I nervously rehearse for when you're around. And I keep waiting like you might change your mind. Pull out the door, come get by. Never been a way to make this easy. When there's nothing going wrong but it don't feel right. Either your head or your heart, you set the other on fire. Меня зовут Маша, и это мой новый влог, и я еще дома. И, наверное, вы уже догадались по названию, что этот влог будет с Ukrainian Fashion Week, с моей первой недели моды. И я безумно рада, я уже одета, готова выезжать, буду звонить в такси, и поехали! Я уже в лифте, бейдж для прессы, приглашение на показ Катерины Квит, кстати, вот это... топ и брюки от этого дизайнера. Да, мы уже здесь пришли. Хотела вот так сделать. Это Алена. Многие фотосессии, которые вы видите ВКонтакте, в Инстаграме, все вот делает этот просто мега замечательный человек, который бог фотошопа, делает из меня красотку. Но это я сегодня красотка, накрасилась. Фоткаемся, я прям на подиуме. Хотела быть моделью, будь моделью. Просто представь, что здесь у нас людей. Давай. Ну что, Ален, да. Какие у тебя первые впечатления? Маша, туфта, это все. Другие да, просто да. Такие все модные, как бы. Хочется всех сфоткать. Ой, подожди, я видеооператор, я должна держать камеру, держать. Кстати, подписывайтесь на Алену, у нее тоже есть YouTube-канал. Она фотограф. Ну чего, там есть бэкстейджи с фотосъемок, очень классные. Почему я не в фокусе, блин? А как мне поставить фокус, чтобы он не менялся, а всегда был одинаковым? Там нужно убрать автофокусировку, поставить на ручной, типа на тебя. Называется, купила себе новую камеру. Общение с новыми людьми. Кстати, Томоска не сегодня же, вы знаете? Томоска завтра. Ну все, показывайте. Ура! Мы счастливые! Господи. Кто у нас фотограф? Так, я уже вышла. Ты должна быть не в кадре сначала. Ну ладно, это Влада. Влада в кадре уже. Это Влада. Вы ее видели, кстати, в моем видео. Пошли пока к тому месту. Вы видели ее в одном из моих видео про вдохновение, да? Да, да, да. Она говорила, меня вдохновляет мода. Ходили на показ. Но мы отдельно, я просто тебя даже не видела. Ходили на один показ, на другой. Катерина Квит. Мне понравилось очень, но я потом отдельное видео сниму. Но мне очень понравилось, как она обыграла колготы. Добрый вечер. Привет. Как вас зовут? Назовитесь, пожалуйста. Саша. Что? Мы все пьянки как меня. Ну и как же? Вот по этому видео все поймут, по этому отрывку, что ты уже вышел вчера пока мне. Ничего страшного. Ну нет, я не говорю, что это страшно, но в любом случае это факт. Наш пришел. Осените нас. Это мой новый жених. Все, прощай. Это типа перископ, да? Это влог. Руки убери. Всем привет, и это новый день. Новый день из моей жизни, и по совместительству новый день недели моды. Уже третий день. Как много слова день. Сегодня я иду на показ обязательно Т-Моска и
Елена Бурбы. Это вот 100%, у меня есть пригласительные. Но так как у меня есть еще бейдж пресса, в принципе, я могу идти на любой показ. Единственное, что с местами будет напряг, вот. Но будем что-то думать, решать, потому что вчера на показах очень было много свободных мест. Я думаю, в принципе, ничего страшного не будет, если я сяду на одно из свободных. Так что увидимся в Милкбар. Тебя очень люблю и уважаю. Я тебя уважаю. Чего? Меня, я на самом деле не знаю, слышите вы меня хорошо или нет, и видите ли вы меня хорошо, потому что солнце, ребята, солнце на улице, хотя когда мы вышли из дома с Сашей, был снег и был холод, а сейчас хорошо. Это все из-за того, что Саша вышел на улицу. Да, Котя? Солнышко вышло на улицу. Может быть, даже есть. Но все модные фэшн-дивы фоткались возле UFE. И, кстати, а мы не сфоткались. Сидим, ждем наших показов, презентации, да, Сань? Да. Резко перенеслась из мира моды в мир еды. Встретилась со своими подружками. Лена, Оля, вы ее уже знаете, по-моему. Аня тоже знает. Нет, не знает. И Катя. Катю знаете, по-моему, да? 100% была во влоге про, как мы на экскурсию шли. За мной заехал Юра, которого вы на самом деле должны были уже знать, потому что я снимала влог как-то с Юрой, но или я не вставила тот кадр, Юра, извини, или просто этот влог не вышел. И сейчас я еду не в Арсенал, где обычно проходят, не на главный подиум, а я еду в цирк, потому что там будет показ Жана Грінсвельда, по-моему, так, украинский дизайнер. Честно, я вообще впервые о нем услышала, вчера только вот. Так что едем, а еще плохая новость. Сейчас покажу вам, что творится на улице. На улице снег. Юр, тебе нравится такая погода? Кому она нравится? You started wearing less and going out more. Glasses
ребят, это конец моего видео, и я надеюсь, что кто-то из вас посетил неделю моды впервые вместе со мной. Кстати, обязательно напишите, какой аутфит вам понравился больше. Это из тех, которые я носила на неделе моды. Так что до встречи в новом видео. Я всех вас люблю, всех вас целую. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И до встречи в новом видео.